Если вас не затруднит, подойдите, пожалуйста. Не сочтите завтра, ну что ж, не сочтут. Здравствуйте, ребята. У нас такой вопрос возник с Антуаном. Да. Сигаретками не богат. Да нет, ребят, извините, я не курю. Молодец! Здоровье вредит, да, мой брат. Стоп. Еще на секунду. Один вопросик буквально. Не служба, а кружба. Тут такая проблемка возникла. Сердце, душе в душе. Антуан спрашивает. Телефон один позвонить. Ну, да. Маме позвонить, звоночек. Ну, мама это святое. Ребят, я, кажется, телефон свой в поезде оставил. Опа. Вы чего, ребят? Держи, пользуйся. Вот пожалуйста. Следующая модель, сенсорный экран. Да нет, вы что? Держи. Спасибо, ребят, спасибо большое. Пожалуйста. А, стоять. Стопы. Стоять. Зарядочку возьми. Спасибо, ребят. Ничего в театре. Отлично. Как вам артист? Простите, я, честное слово, случайно так вышел. Здравствуйте, дорогой друг. Я смотрю, у нас здесь не местный, да, вы давно не были в нашем городе. Ну так и есть. Ну, слушайте-ка, если вы не определены временем, я могу вам составить небольшую прогулку, экскурсию по нашему, значит, замечательному солнечному городу с жемчужиной Южного региона, так сказать. Ну что ж, я не против. Пожалуйста, прошу. Ой, грязь, о господи, как неудобно. Позвольте мне загладить эту... Что же вы такое делаете? Позвольте мне не загладить. Ну зачем же пачкать свой светлый плащ? Позвольте мне разрушить костюм. Итак, вы готовы? Ну что ж. Пожалуйста, вот перед вами Петровская авеню. О, пожалуйста, пройдем. Я вам все сейчас покажу. Трудная полиция культуру бережет. Культурная полиция культуру бережет. А это кто? Младший страж культуры Жорж. Старший сержант культурной полиции Жак Ив Иванович. Ну, здравствуйте. Позвольте отрекомендоваться и спросить у вас одну вещицу. Бумаги! Хе-хей! Хе-хей! Это ни о чем. Паспорт покажите. Пожалуйста. Хе-хей! Так, ну, вроде все нормально. Дорогищик, и вот вам вопрос, милорд. Не видели ли вы двух людей в ресторанной наружности? И не предлагали ли вам телефон? А, да, действительно, так и было. Двое ребят мне только что вот телефончик подарили. Маме позвонили? Да я бы с удовольствием, да только вот баланс ноль. Тысяча чертей! Тысяча чертей! Вот, возьмите. А вы их еще верхом не видели. А скажите, пожалуйста, а кто это только что проехал вот на этом белом длинном лимузине? А, это у нас новый молодежный театр. Они поехали в Москву мастер-классы проводить. Ну что ж, интересно, да. Скажите, пожалуйста, а с каких это пор над центром Таганрога летают вертолеты? Нет, это у нас самый популярный вид транспорта сейчас. Вот в данном случае это хор Лик полетел на обед. Немножко, пожалуйста, важная персона. Так, давайте. Все готово, готово. Первый пошел. Можно запускать по пятой, все идем, давайте, ребят. Кто это? Библиотекарь. Едем на работу. Ну, отстаньте, ну я вас умоляю, дорогой. Пойдемте, нам надо редкие книги. Ну, куда мне
я их уже видеть не могу, Валерий Иванович. Это улучшение жилищных условий. Ну куда мне уже улучшать, ну, Валерий Иванович? А там на транспорт. Валерий Иванович, голубчик, вы мне лучше скажите, что переверни. Ой, с удовольствием. Да, а то уже как-то самой несподручно. Вот, вот спасибо, так хорошо. Вам угодили, спасибо, дорогой. Удачи вам. Так, сейчас курица в гнезде. Пушонок пошел в первый день. Страл снес яйцо, отвечал. А это что за человек? Это у нас министр культуры. Несчастен я и одинок, и денег у меня мешок. Кругом одни деньжищи, да не рубли, а тысячи. Фу, какая гадость. Эх, жизнь моя жестянка. Простите, пожалуйста, а можем мы вам чем-нибудь помочь? Никто не может мне помочь. Вот видите, я министр культуры запел. Где-то видно, что министр культуры и запел. Я уже библиотекарям предлагал, музейным работникам предлагал. Я уже... Позвольте. Мне кажется, ваше лицо мне знакомо. Вы скажите, пожалуйста, а где вы работаете? Так, кстати говоря, где? Да, сюда. Да я просто вот работник культуры, работаю вот в театре Чехова, тут за углом, знаете, старое здание такое большое. Как же, Александр Воскресенский, Шурик, браво, браво, это вам. Нет, пожалуйста, не надо. Нет, нет, возьмите, возьмите, прошу вас, возьмите с коллегами, поделитесь, на барикиру, на костюмы, на новые постановки, возьмите, возьмите, прошу вас, возьмите, я свободен. Коллега, да, мне кажется, что ранее Божоле 77-го года, 78-го, в Провансе вышло очень удачно. Какой букет! Мне кажется, замечательный был абсолютно год. Вы знаете, дело в том, что... Да-да. Подождите, придется работать. Господа, простите, скажите, пожалуйста, а что здесь в городе проходит какой-то фестиваль вина, съезд винодела? Что? Работаем мы? Работа такая. Поехали. Давай, как вам наш чистый город? Впечатляет, города просто не узнать. Да, смотрите дальше. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, а что вот это за постройка? А, вот там вдали зеленее, да. Это у нас новый пятиуровневый международный парк сафари-гриль имени Горького. Можно пообедать там одновременно. Замечательно. А с этой стороны, скажите, пожалуйста, что? Это кондитерская «Океанариум Волна». О, очень креативно, да. Дельфины гуляют, да. Замечательно. А что там? А вот это у нас музейно-торговый комплекс «Лавка Чехова». Что, все 50 этажей? Да, чай, кофе и другие колониальные. Замечательно. А там что? А это музейно-торговый концертный зал «Красный маг». А-а-а. По выходным там играют виртуозы России. Да, на разогреве у нашего мэтра Гуревича. Конечно, сохранился. ТУМ — это теперь театр уникальных миниатюр. Да, замечательно, замечательно. А скажите, а вот рядом с ТУМом был такой маленький такой продуктовый магазинчик? Да. Ага. Юта. Южная театральная академия. Замечательно. А где же теперь продукты-то в центре купить? Ну, если вам сильно надо, есть у нас здесь один экзотический такой магазинчик, такой осколок старины, скажем так. Но я бы вам не советовал. Ну что, мне просто водички купить. Да, но если вам очень надо, ну вот, а, пожалуйста. Записывай, да, записывай. Это Мишка на севере, 5 коробок, ага. Так, золотой ключик, 3. Мужчина, я работаю, подождите, пожалуйста. Алло, да, алло. Водка, белочка. Девушка. Мужчина, да ё-моё, что такое, я перезвоню. Люся, ну ёшки-матёшки, ну ты такой. Ну что тебе надо? Опять интеллигенты поприходили, ё-моё, переведи, а. Я не понимаю.
чем могу помочь? Ну а чем долго лупить с тобой, эти мужчины, определились уже! Что бы вы хотели? Да мне, вы понимаете, водички попить. Воды ему надо. Ну что, он и прилавок, ё-моё, воды, он хар хризни. У нас огромный ассортимент питьевой и минеральной воды. Ну я и говорю. А, спасибо, понял. А, правда, а что вы сами порекомендуете? Не определившийся какой-то тягомотину прёт. Я чё, справочное бюро, мужчина, вот вода, вот ценники, что вам непонятно? Я бы вам посоветовала минеральную воду Аксинь. Спасибо, замечательно, подойдет. А сколько стоит? Чё там по деньгам? Ну, ё-моё, глаза-то разуй! 15 рублей. Ну, вот, пожалуйста. Ложи! Ложи давай, говорю! Так, 5, 7, 8, 9, 8. Спасибо большое. Браво! Благодарим за покупку. Спасибо. Просто вам хотелось экзотики. Да, действительно. Но скажите, пожалуйста, как такое могло случиться? Как такое могло произойти с Таганрогом всего лишь за один год? Это год культуры.